полное описание источника выхода шестой серии нового сериала «Библиотекарь». Шестая серия сериала выйдет на интернет-портале MOTV 3 августа. В новой серии мы увидим, как суд выносит приговор Алексею. Пожизненное заключение с отбыванием в колонии строгого режима. К нему подходит Селиванова, после чего у парня начинает идти кровь. В палате его приводит в себя Таня, прочитав книгу силы, которую ей дала Селиванова. После чего они пытаются скрыться со всеми читателями Широнинской библиотеки. Около машины их нагоняет Вырин, держит на мушке Вязинцева и вниз взговаривая Маргариту. Ей приходится вернуть ему все книги. Тане, у которой была книга силы, удается отвлечь его и выбить пистолет, после чего они уезжают на машине прочь. Дорогой Таня умирает, потому что выстрел, пришедшийся в книгу силы, спроецировался на нее. Шульга отчитывает Вырина за порчу книги силы, после чего из нее вылетает фотография, положенная туда Селивановой. Шульга, видя реакцию прикованной цепями Ольги, на ее все понимает. Командует Лагудову устранить ее. После ухода Шульги, тот просит рассказать, что он увидел в ней. Ольга просит освободить руки, потом скажет. В результате нападения на Лагудова избегает. После чего Ольга встречает широнинских читателей в заброшенной деревушке. Оказывается, что Селиванова ее дочь. Шестая серия сериала выйдет в эфир 3 августа. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.